Администрация Самары отобрала талантливых молодых людей, которые в перспективе могут стать муниципальными служащими. Студенты старших курсов и недавние выпускники вузов будут проходить практику в подразделениях мэрии, разрабатывать проекты под руководством наставников, принимать участие в тренингах и мастер-классах известных бизнес-тренеров. У нас по заданию главы городского округа Самары Елены Владимировны Лапушкиной 22 января 2018 года стартовал как раз вот этот наш молодежный проект «Самарская лига управленцев». На самом деле это такой комбинированный проект, который состоит из многих частей. И вот сегодня мы с вами проводим один из основных этапов. Это самопрезентация молодых людей, которые хотят быть включенными в молодежную лигу управленцев администрации городского округа Самара. В итоге в молодежную лигу управленцев попали более 40 молодых людей, которые успешно справились с первым заданием. Представили ролики самопрезентации, где рассказали о своих идеях. Я занимаюсь творчеством, поэтому рассматриваю для себя. Я всегда пытаюсь, чтобы в городе было больше каких-то массовых мероприятий, какой-то развлекательной программы для молодежи, просто для людей. Потому что сейчас это, конечно, есть, но я считаю, что этого недостаточно. Поддержка перспективных молодых людей – важная тенденция, реализуемая на территории всей страны. Об этом говорит президент и губернатор Самарской области. Участники проекта «Самарская траектория роста», которые смогут ярко заявить о себе, получат рекомендации для дальнейшего трудоустройства. И уже осенью самые активные участники молодежной лиги могут стать муниципальными служащими.